При поддержке Half-Life.su. Разум Шепарда. Эпизод 11. Странный у меня костюм. Когда я до чего-то дотрагиваюсь, оно почему-то подсвечивается. Пушка, автомат, ключ. Пушка, ключ, нож. Ключ, нож, ключ, нож, ключ, нож. О, а сейчас, до чего я дотронулся, а? Знаешь костюм? Не знаешь, ха-ха, не знаешь, не знаешь. Я не ношу каких-то специальных перчаток. Как он узнает, чего я касаюсь? И как он отличает, что оружие, а что нет? То есть, мою шоколадку он как оружие не определил. И гаечный ключ тоже, кстати, не оружие. Или как он узнал, что я буду использовать его как оружие, если оно не является таковым? А еще про индикатор здоровья. Что это за костюм такой, что определяет состояние моего здоровья, или как хорошо я защищен? Спасибо, конечно, но в этом я уж лучше разбираюсь. Да и что это за мир такой, где жизнь человека можно измерить случайными числами? Ладно, а это что за хренотень? Думаю, так и стоит ее испытать. Так, тут две кнопки. Какую нажать первой? Вышел Путин из тумана, вынул вот эту. Оу, что за... Бедный паренек, он никогда раньше не видел голограмму. Так, мне что, нужно пройти это испытание, чтобы открыть себе дальнейший путь? Однако, этой фразой можно характеризовать тут все мое пребывание. Тут, блин, все одна большая полоса препятствий, а я прыгаю через обруч, как дрессированный дельфин. Вот только в конце я не получаю никакой рыбы. Черт побери, в чем был смысл всего этого? Ну это все в жопу, я сваливаю. Мне сюда. Ну что, рискнем еще раз. Ох, неплохо. Вот, я уже и научился думать, как портал. Я бы сказал, что рад вернуться на Землю. Но я немного расстроен, что из всех мест на планете, куда я мог попасть, я попал обратно в черную мезу. Ох, говорила мне бабуля. В черную мезу попадешь, обратно не придешь. Да, между сломанной и закрытой дверью я без раздумий выберу сломанную. Ох, как же клево, что ты открылась после того, как я уже прошел. Боюсь, я здесь в ловушке. Я хотел укрыться от этих зверей. Вы можете управлять этим транспортером? Вы выпустите меня? Да без проблем. Я же еще в школе каждый день учу строение квантовых телепортов. Как же неожиданно, ни одна кнопка не подписана. О боже, блин, я убил его что ли? Ох, слава богу. Спасибо, что выпустили меня. Я помогу вам пройти любую систему безопасности в этой лаборатории. Не хотел бы ты взглянуть под микроскопом на эти анализы крови? Ну пошли. Это, если не считать инопланетного вторжения, как дела твои-то? Ты в своем уме? Ты в своем уме? Ох, я просто хотел поговорить. Я просто хочу выбраться отсюда живым.
Да, мост между измерениями определенно передает органическую материю. Откуда ты узнал? Ты что, Шерлок Холмс? Да расслабься ты! Это хотя бы не пришелец, что стреляет пчелами в тебя. Твоими мозгами и твоими доспехами получится отличная команда. Слушай, у меня такой вопрос. Ты ведь ученый, да? Да. Так вот, ты можешь перенастроить тот телепорт, чтобы он вытащил нас отсюда? Нет. Да, забудь. Просто открой дверь. Слушай, а ты читаешь Терри Пратчетта? И как мне это понимать? Это да? Или взорвись дважды, если хочешь сказать нет? Так, в жопу все, я снова сваливаю. Или лучше в каком-то другом месте, тут какая-то хреновая аура. Не думаю, мне стоит поменьше пользоваться этой штукой. Боже, вентиляция этого здания столько пришельцев, что у меня ощущение, что мы ими уже дышим. Ну задолбали уже! Боже, цельтесь выше пояса, парни! И опять вентиляция. Они меня преследуют. Преследуют? Оу, это, похоже, телепортационная лаборатория, Дефис Аквариум. Ну, по крайней мере, они не тратят деньги на тупые, бессмысленные вещи. После увиденного я всегда буду платить налоги, ведь я знаю, что они идут на благое дело. Прелестно. Они оставляют уран просто валяться на полу. А хотя они оставили его чуть дальше двери, что искрит и взрывается. Так что они не совсем беспечные. Похоже, это тупик. Пожалуй, я телепортируюсь отсюда. О боже, господи! Ну ладно. Где я теперь? Я надеялся, что оно телепортирует меня в пределах Земли, и не подумал, что оно переключается в зависимости от планеты. Ну, я всегда могу попробовать снова. И... 50. Как же не вовремя кончились его заряды. Ладно, похоже, надо спускаться. Не совсем уверен куда, но... Пока идет хорошо. Ну, а сейчас будет больно. Это значительно сложнее, чем подниматься вверх. Там не надо все время смотреть вниз. Господи. Это то, о чем я подумал? Блин, это же мой шанс свалить отсюда. Отлично, но сейчас нужно быть очень осторожным. Дрянь. Плевать, я на месте, и она рядом. Ох, блин, надеюсь, я ничего в ней не сломал. Ну что, домой, Джеймс! Закадровый перевод, таблетка Тим. Спасибо за просмотр. И всем молдавский привет.